Предприниматель из Сарагаша Бакыт Наурузбай на своем пока небольшом предприятии производит варенье, которое он сам называет лечебными. Варенье из клюквы, тыквы и зеленых орехов. Такой товар не всегда встретишь на полках. Любое варенье нашего производства не содержит консервантов. Здесь только натуральные продукты. Поэтому хранить его после того, как откроете, необходимо в холодильнике. Варенье из грецких орехов очень популярно в Азербайджане. Предприниматель из Сарагаша решил выпускать этот десерт и у нас в стране. Правда, прежде чем запустить товар в продажу, Бакыт Наурузбай проконсультировался с квалифицированными диетологами. В нашем регионе, где очень высок процент людей, страдающих от йододефицита, наше варенье может стать лучшим поставщиком необходимых организму витаминов и, конечно, йода. Варенье из орехов поможет в лечении гипотиреоза, укрепит печень, поможет избавиться от бессонницы, ангины, гриппа, нервных расстройств, поможет избавиться от сердечных заболеваний. Клюква сушеные, но боярка, корнизовый, а что, шиповник на боярка, на это на боярка. Да, сосын мына тышчылистник дейді. Көрдіңіз ба? Осыларды 50% қосылады да мынаған. Кроме того, бизнесмен наладил производство и консервацию травяных коктейлей. Льготный кредит, полученный по госпрограмме, позволил Бакыту Наурузбаю докупить необходимое оборудование. Сейчас сарагашский бизнесмен подал документы на получение гранта.